Добрый день, видеообзор на ноутбук Asus. Внешнее состояние хорошее. Здесь не хватает одной клавиши. Она работает, но нету самой кнопки. По характеристикам. Процессор Intel Celeron B815. 6 оперативной памяти. Стандартный графический адаптер стоит. HD график. Жесткий на 500. Забираю две клавиши. То есть отсутствующие клавиши работают, не работают Т и не работают две клавиши, все остальное полностью функционирует. Даже динамика в рабочем состоянии. Состояние аккумулятора питается от сети. В комплекте у него идет зарядное устройство. Что-то он обновляться думал сам. Не подскажешь, какого он примерно года? Состояние хорошее, советую к приобретению.